Вот. Просто скажи да, нет. Давай по моей тактике. Ну и все. Значит, будем так бегать. Почему? Ну я не буду вот это вот кричать. Беги, 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 ты не стой, ты беги. Вот меня забодало это. Потом стоишь, подкинешь. Со мной был Хапал. Варлайк был. Алло. Смотри, он бежал, я тебе объясню. Он бежал, Вара не было. В него кастануло, второй раз кастануло. Он там быстро кастует. И все, и под него лужу кинуло. И Вар прибежал. Как он был. Вара сказала то, что звонком отвлекли. ВЛС мне. Вара звонком отвлекли, сказал он. Страшно. Вот, пока все бафаются, объясню, почему босс агрится. Тут неправильно прописано, и когда чел падает под боссом, и именно под боссом, он якобы на секунду появляется, именно у босса, и поэтому босс агрится. Вот те, кто лежат под боссом, они когда встают или там резаются, вот тогда босс агрится. А те, кто рядышком, вот тут входят, там, да, их можно резать. А ромбику также на ромб? Тру-ту-ту.
ДК. Здесь все, понял, все, да. Угу, да. А рыба есть, но... Ранжу наберите. Это я своим. Бежим. Барышня. Полбеги. Бежим. Бежим, бежим. Бежим. Да, милики, не бегите на треугольник. Все набрали на треугольнике. Воин бежал немного долго. Нет, мне. Спасибо. Мне вас сменить, если что? Да. А, все.
Треугольник сменить. Смените, пожалуйста, треугольник. У тебя в дебафах показывает знак Зелика. Если ты видишь, что у тебя три, то ты бежишь в другую сторону от босса, совсем другую. Вот у тебя сейчас 6. Еще немножко пойти снова. Честерс. Хорошо. Пакет падает. Меч кому-то пойдет? Чем больше не упор. Задрулю в сову.
ДК танков ДД спекаться. Слава, что мы поле закрываем? Зачем еще одну рубу? В метке же стоит. Ну, 25-ку мы что, закрываем поле? А сколько сейчас ульта? Будет у вас 7 боссов, да? Флешка, это ж вспышка света, да? Да. А можешь подсказать, как называется этот прок? Какой прок? На флешку, ну, которая на хило, так понимаю, рпала. У тебя флешка засветится на панели сразу же. Понял. Я привет мне не доставил. Ренджу набрали все сейчас. Сейчас три глыбы станут, и вы запрячетесь за ними, понятно, относительно центра, кто новенький. Все запрятались. Быстро, быстро, быстро.
Войд, пока я ничего не планирую, не хочу везде прятаться. Не, буду все за выбами. Смотри, мне Константин рассказал отменно варишься. Далеко он, чё, я за все лет вверх делал спасибо. Вот конечно, поехали. Жаль, беги. Джанжу набрали. Ману тут брось, Честерс. Иди босса бей. Драгу синий пей. Тут темп ставили. Да, я уже дал. Только что, прям под ей. Подавали. Затрелю, беги из тужи. Подхи себя, не достаем. От меня бегите сразу. Я уже сдала его. Я нафиг отдала.
Ну чё, ну не скажи, не надо. Там попадаем, наверное. Ренжу наберите все. Между собой. Запрятаю все. Бегать за ним. Я умру сейчас. Не умер. Я захилю. Кристина, наша история закончена. У меня тебе тут хорошие воспоминания. Мне уже поспакаться. Спасибо. Да. Нет. Бля. Ну, нет. Ну, я чувствую, что нужно сказать да. Зачем ты меня... Пиздец. Или нет? Я меня залагал очень сильно, понял, короче? Я тупанул. Кому отдать?
У него на альфиво вообще. На, дай. Я залагал, сорян, извините. А, там на хила. Я ничего не слышу, что там у тебя происходит? Алло. Алло. Алло, ты меня слышишь? Ты где? Кому тогда шею с Агилой давай, скажи. Вот мне он отдал. Сними с него ГП. Гиенту, которую. Обмен. Гиенке отдала КП. Киси. По прошлом деле пришла в Беларусь. Приступав. Объясни насчет маунтов, обетов. Так. Манч. А РДДшки бьют вот таких вот выходящих солдатов, ледяных пустящих, скелетиков. Они когда доходят до круга, они ОЕшку по всем кидают. Поэтому первоочередно их бьют. Оставьте. Александр, я хочу напомнить, что Константин стал на смерть Лубринцем. По банши, хотя и...
Давайте ДПСьте, а не будите в брейк. Ты что? Те, у кого меньше, чем у меня ДПС, просто ГП мне пикею в лицо просто. Я объясню. Будет на полу красная метка появляться, особенно миликом, это просьба. Надо отойти от нее. Вот один скелетик подошел. Вы бьете или АФКшите до хилрейда? Не, мне нужно молчать сюда. Вы поняли. Все равно. Шкамурка. Вот здесь. Милики. Винар. Не спал теперь. Не спал. Ты видел? Когда там этот зеленка была. Васа, так а вы можете антимагию просто прожимать, чтобы она в КД была все время? Ребят, ну, СП, паладины. Чего мы с Настей по тем спелим постоянно вас? Я вон торнадо кидаю в ДК, ДК меня притягивает и с одного удара переламывает нахер после БР. Thank you.
Некрасиво, ребята. Самое интересное, по Варлаку эфир не проходит. Мерч, ШП, защита от страха, блядь, родные билки, там, паладины, блядь, гнев небес, молоток, ебать. Там, не знаю, ДК, блядь, Таурена сделал, блядь, своим родным станом, хуяк, если это можно. Я могу скинуть. Вот это? Да туда не только это можно закинуть, все можно отслеживать.
Он в чат пишет. Идите, чё стали? Блять. Не загрызи других. Сейчас гнев небес ставлю. Бейте скелетику. Я кинул на задрулю. Я на макс. Подтверждаю, на мне есть. Задрулю. На макс. Назад развернитесь. Вот, ты посмотри, сколько они пропускают мобов. Разве это наша проблема? Захиливаем.
Где опять все кучи стоят? Уже ложа ушла. Сколько до контроля? Там мне не показывает. Понял, все. В КТ поставьте всякие ваши защитные. Я уже все. От контроля. Вара может взять вместе с Рэшем. Я постараюсь поймать, если не контролирую. Я в контроле. Ёбан! Есть камень, я сейчас встану. Войска мешает ему забить. На меня мобы с агрессией. Войска легло, забирай. У меня еще бар есть. Я с тобой веду. Меня. Только это за фигачу. Голову, пожалуйста. А, там кому-то еще надо было. Блин, шестая неделя. Шестая неделя этот конченый дагер не падает. Это вообще трэш просто. Я вообще киплю от этого. Да, напала. Сразу мне отдавать. Спасибо. Спасибо. Саману. Его проигнали.
смысле, сове? По-моему, хорошая шмотка, не? Если печеньку потом еще сролить, то можно заменить. Ты видосик с этого, с глута, куда скинешь? А чё там? Ага. Ну, у меня 200-я за ОД я покупал, вроде. А, не, подожди, за какой ОД? Что вы с 10-го на акса упал ещё?